В Магадане в бухте Нагаева открыли новый городской пирс. Торжественное открытие началось с игры духового оркестра и приветственных слов первых лиц города. Что касается самого создания пирса, то оно продолжалось больше 2 лет и обошлось региону примерно в 170 миллионов рублей. Строительство велось в рамках комплексного мастер-плана развития морского фасада Магадана. И в следующем году планируется провести благоустройство территории вокруг нового объекта. Сам пирс отличается особым уютом. Здесь разместились прогулочные и фотозоны, лавочки и шезлонги для отдыха. В конце мероприятия гости смогли оценить красоту нового пирса и насладиться шикарным праздничным салютом.